Всем привет. Сегодня уже собираем смородину. Поспела вроде бы уже давно. Но это у нас не основные сорта пока. Но зато какие вот красавцы. Диаметр где-то сантиметров 10. Киевский велетень. Есть и маленький такой. Кстати, маленький недозревший или такой зеленый какой-то. Самая большая. Это уже получше. Это у меня получается школка, и на школке двухлетний такой урожай получился. Он небольшой, но он есть. Честно говоря, даже не рассчитывал на него. На следующем кустике так всего лишь одна ягодка малюпусенькая висит. Тоже с того же сорта. Так, следующий какой у нас будет? Кустик маленький. Посадка прошлого года. Бенгарин. Да, Бенгарин особо не впечатляет. Я уже собираю такие остатки для наливки. Только что видно, шелковицу собирал. Она уже там, в наливках. Так, ну, с Бенгарина понятно, что дело. Особо на нем нет никакого. Следующую посмотрим. Так, что у нас здесь? Тибан. Если на Тибане Тибан, а на Тибане это тоже посадка прошлого года. Ни одной тибинки. Жалко. Пробы не будет. Так, следующий. Сорт неизвестен. Это, ну, ягоды мелкие, скорее всего, из разряда, наверное. Это тоже прошлого года. Еще не доспел. Кисловат. Ладно, пойдет. Сколько тут их? То совсем забудем. Больше всего люблю рвать это смородину. Запах стоит сумасшедший. Даже когда ягод нет, хоть бери да листья жуй. Вот такая смокота. Следующий у нас кустик. Все делаю одной рукой. Вернее, снимаю одной и собираю одной.
не сильно удобно. Но... вот такие вот ягодки. Ягодки не супер большие. Даю ювелы на копание. Но урожайность такая. Тоже второй год. Есть такие побольше. Так. Немного отвлекусь. Следующий сразу посмотрим. Так, это тоже у нас ювелы на копане. Здесь кустику поболее будет. Вот его уже подщипывали. Есть ягода такая более мелкая. Черт, тоже киевский вывод. Один всего лишь у меня кустик изюмный. Если на нем еще что-то осталось или нет. Что-то было. О, трошки есть. Висеть может долго. Ягода такая. Не супер-пупер в этот раз тут. Но еще кисловато тоже. Уже на следующий год будем ждать. Вот как почечки уже на следующий год заложены. На то оно и работает. Так. Еще бы как-то дойти. Красы Львова. Только не помню я какой. На каком кустике были ягоды. Так, немножко посмотреть. Это уже школка такая. Второго года. Такие здесь ягоды небольшие, но здесь ее уже выбирали. Вот так же самое есть. Побольше, поменьше. Уже начало заизюмливаться. Та, которая изюмится, вообще вкус просто бомбезный. Не дал еще урожая в этом году. Гоферт в прошлом году посаженный. Вот. И бенконом. Обычно смородина легко укореняется. Но бенкон он почему-то у меня из трех кустов только один выжил. И то так еле-еле. Может, заморозка боялся. Который был у нас в мае. Уже слышно, как народ по шпакам стреляет. Достали уже. По-другому никак. Да, здесь тишина. Нету на нем ничего. У нас Бенлир. Может, кто видел мое видео, как он подмерз и какой он был махонький.
Так вот он уже мне по колено. На нем были ягоды, и он был сантиметров 8-10. Ну, Венера. Красавица тоже. Хороший прирост за год. Это выше, чем колено. Сантиметров 50, наверное. Так где-то. Сейчас она. Ну, самая большая эбони. В пояс почти. Тоже всю посадка прошлого года. 10 сантиметров, вот там тоже было. Все они малюпусенькие были. Кусты посадил я под углом. Может, видно, что в одну сторону пока больше идет развитие сюда. Ну, потом подровняют, как и остальные кустики. С каждым годом я почему-то смородину люблю все больше и больше. Особенно в наливке. А видно или нет это урожай. На экране все черное. Это тоже второй год кустику. Так, вот сейчас по-быстренькому соберу из того, что осталось. И эй, все на наливочку. Всем спасибо, кто смотрел. Пока.